Где ваши сообщения? Что-то туплю. Всем сори, всех приветствую. Всем доброго воскресного дня. Сегодня в гостях у Трешака исполнитель песен, исполнитель по жизни, Диман Ака Хулиган. Здравствуй, Дима. Всем приветствую, родной, дорогой Трешак. Конечно, очень много вы меня хейтили, очень плохими словами называли. Пес вырвался из будки и готов давать прямой эфир, дорогие друзья. Слушай, с кем не бывало, вспомни Ебарова, его и похлеще тут получат. Ебаров, кстати, меня назвал Альфа-самцом, когда я только заходил на проект, вот через Ванечку Барзикова, он со мной созванивался и дал мне почетное место второго Альфа-самца на проекте, поэтому Ваня... А первым кто являлся? Ну, по его мнению, он, но на самом деле я. Чего-чего, а вот самомнение у Ебарова? Нет. Зашел на проект, насколько я знаю. Ну, парень очень светлый, веселый, ничего плохого про него сказать не могу. А что ты, кстати, по этому поводу думаешь? Что вот он пришел, мусоракет, он решил вернуться на проект? Слушай, на самом деле, я думаю, что таких участников, как... Сколько лет, конечно, странно заходить на проект Дом-2, но тем не менее, почему нет? Очень возрастной участник, интересный, топовый. Интересно наблюдать за его историей. А то, что он пришел к Илине, как ты думаешь? Слушай, кстати, вот на той злополучной тусовке, как раз таки, где вот мы тусили, Саша Черно, с девчонками, с парнями, была Илина Рахимова, был Макс. И знаешь, у меня как-то отлегло. Я увидел Илину, я не почувствовал ничего, увидел Макса. Думаю, классно, что у ребят складываются какие-то отношения, и полностью отпустил всю эту ситуацию. То есть никакой Илина хейта у меня не вызвала. Слушай, а ты прям видишь, что с ее стороны по отношению к Максиму чувства? Я думаю, что да, и определенные чувства есть у ребят. А зачем она так его мучает? На него смотреть жалко. Это особенность характера Илиночки Рахимовой. Мне кажется, с ней будет тяжело, никому не будет легко. Еще не нашелся тот парень, с которым будет все так просто у нее складываться. Я вижу, что какие-то чувства к Максу есть. Я видел на тусовке даже, как она к нему тянется, у них вайб, коннект имеется, поэтому... Советую. Но это было не показательное выступление. Слушай, нет, они тогда уходили из проекта, и вряд ли они хотели как-то играть на публику. Я вижу, что у них какие-то общие проблемы, общие траблы. Они вот решили вернуться на проект. Для меня это было очень странным решением, поскольку они вроде бы... Для нас тоже. Мы только обрадовались, на тебе. Нет, Илиночка будет с вами еще долго, да-да-да, ребят. Ну, мы посмотрим. Ты же приходил к Илине на проект, если мне память не изменяет. Да, я к Илине не только приходил на проект, но еще и как-то тянул эту лямку долгое время. Да, я помню. Ухаживать, у меня какие-то чувства появились к ней, но все-таки не получилось, не фартануло. А что тебя в ней зацепило? Вот ты шел целенаправленно к ней по каким причинам? Либо это просто зайти, чтобы зайти? Слушай, на тот момент были вроде бы привлекательные участницы помимо нее. Давай будем по чесноку сейчас говорить максимально давай. Честно. Зашел, наверное, для того, чтобы зайти, но впоследствии, да, вот после того, когда у меня были определенные отношения с Сашей Черно, параллельно мне Илина привлекла, и привлекла своим таким срывным характером, своей харизмой, да, харизма, знаете, как переводится, это дар. Очень многие люди не знают значения этого слова. Я считаю, что у Илинки есть определенный дар, определенный вайб такой, харизма, немножко она такая... Первая, да, такая серьезный вайб, это меня в ней привлекло. Вот такая девочка, очень интересная. Угу. И параметры, да, больше меня привлекли. А вот больше ее такая жгучая блондинка, вот эта вот харизма привлекла меня больше всего. Тем более у нас были совместные интересы, мы писали совместную песню. И вот за творческим процессом как раз-таки появилась определенная симпатия к ней. Угу. Да, и слушай, впоследствии... Молодец за честность. Отдельное спасибо. Да, я пытался разжечь эту симпатию, но насильно мил не будешь, постоянно она на тетах или где-то за спиной что-то вкидывала про меня, не очень лицеприятное, это все убивало во мне, то есть все какие-то чувства, все это вот Илиночка убила. Помнится момент, ты единственный, кто вообще плечо подставил свое, помог, и она так с тобой обошлась. Честно, мы даже верили, что у вас что-то может быть, у вас какое-то вот общее, как это назвать, как пары ты встречаешь, и ты видишь, что это пара. По-другому это не назвать. Общий вайб, пусть даже так вот как ты назвал. Что пошло не так? Почему она себя так повела? Ну, наверное,
говорить честно, то, что у Илинки не хватило чувств ко мне. Плюс она вот по Игорю долгое время сохла. Я думаю, что и сейчас, если Игорь поманит ее пальчиком, она придет. И как бы Григорьев головного мозга, плюс с подругой, да, история то, что я действительно в то время нравился Саше Черно. Действительно, она боялась, возможно, пересечь определенную грань, то, что как подруга, как она что обо мне подумает. И я думаю, одно на другое наложилось, сюда остаток чувств к Игорю. То, что подруга Саши Черно, и как-то вот у нас не сложилось. И, возможно, у Илинки не хватило чувств, я об этом говорю открыто. Изначально, конечно, я всякими плохими словами ее называл, когда ушел из проекта. Сейчас все улетучилось, спокойно ее могу воспринимать, и уже симпатии, чувства точно пропали, могу сказать вам честно. Слушай, а ты был зациклен исключительно на ней на проекте, или были какие-то девушки, но, которые тебя действительно привлекали, но они были так или иначе недосягаемы? Та же самая Бухенбалка, Кристина, либо еще какой-то другой пример. Это просто из ярких, то, что вспомнила, находились с тобой тогда. Бухич у нас, наверное, Бухич, если говорить про Кристинку, то у нас вообще определенно разные какие-то эмоции. Мы на разных вайбах летали, тем более у них там остаток, ну, то есть чувства были к Ване. Ванька хороший мой знакомый, никак через него не мог перешагнуть. И вообще, ну, с Крис как-то больше как брат и сестра мы общались. Там где-то она меня задевала, но я понимаю, по каким причинам. А вот чувства прям... Тут Даши полторашки были чувства у меня к Саше Черно. Изначально, да, когда она заходила на проект, у меня была симпатия. Прям, чтобы кто-то цеплял и была занята, да, эта девчонка. Ну, такого не было, честно могу сказать. То есть не питал каких-то иллюзий к занятым девчонкам, ничего такого не было. Больше всего Черно, полторашка и Илинка, да, наверное, все. Слушай, ты же привел Черно в этот роковой раз. Да. Как так вышло? Кто вас свел? И не жалеешь ли ты, дружище, об этом? Слушай, я не жалею ни о чем в своей жизни. Действительно, я привел Сашу Черно, и поспособствовала этому, как ни странно, Элина Рахимова. То есть у меня что-то не складывалось. По-моему, Александра была девчонка, которая... Вот еще Тимур, да, ее парень приходил. Она мне нравилась. Бахлаева, вот, Саша. Она мне нравилась, складывалось. Илина говорит, давайте я познакомлю с классной девчонкой, типа, я не знаю, Черно, кто такая Черно, я даже не знал, не видел ни фотографий, ничего. Она говорит, вот иди на свидание с ней. Я пришел, у нас как-то сначала не особо завязалась коммуникация, она вообще подумала, что я какой-то лох. Вот, на секундочку, Сашке я сразу не понравился, но потом как-то разгорелась симпатия, мы начали общаться, очень классно проводили время на первом этапе. И вот я ее привел, действительно, я виновник того торжества, что привел... Поэтому вот так вот, ребят, я подтянул классного старичка, и действительно ее очень много, насколько я знаю, уговаривали, затаскивали, но вот если хотите затащить весомую фигуру на проекте, то звоните Диману Хулигану, я ваш. Ой, как тебе это удалось-то вообще? Слушай, ну, у Сашки симпатия была ко мне, я не знаю, что, я прям не делал ничего специально, просто впоследствии коммуникации, наверное, понравился ей, и Сашка пришла на проект, вот так это получилось. Да. Ну, ты ее типаж моложе, такой хулиганистый, веселый, да. Разгильдяй, так скажем. Да, Сашке типаж нравится. Типаж ее. Да, плохие. Сашка. Плохие шеи. Действительно, у меня было какое-то, возможно, сходство с ее бывшим там парнем, ее мужем, да, супругом Йоси Оганесяном. Действительно, мы оба веселые, оба харизматичные, артистичные, поэтому Сашке, наверное, понравилось это. По ощущениям, вы просто разные, как небо и земля, если честно. Йося и ты – это абсолютно два разных полюса. Возможно. Несравнимо никак. Но нас кем объединяет... тебя можно ассоциировать, это со Степой Меньшиковым. Вот это и есть у тебя с ним общий вайб, но точно не с Оганесяном. Согласен, возможно, отчасти. Но у нас есть объединяющая сторона, меня и Йося, это Саша Чепа. Мы, кстати, да, до сих пор классно общаемся. Вот был недавно на мероприятии, на которое меня позвал Степан. И поддерживаем дружеские отношения. Я был фанатом Степана Меньшикова еще со старых времен. Ты же был на Выживалите вместе с ним. Да, и мы там познакомились, коннектились. Хотя там он был на своей волне какой-то, но, тем не менее, мы нашли какие-то точки соприкосновения и до сих пор с ним общаемся. Очень хорошо к Степану отношусь. Большой привет ему. Это замечательно, слушай. Насчет Саши Черно еще пару вопросов буквально задам, кратенько. Скажи, как ты думаешь, она пришла действительно за любовью за тобой, либо, ну, как на работу на Дом-2, передохнуть, можно ж ничего не делать, не заморачиваться, готовки, еде, ребенка и так далее. Слушай, ну Саша готовила.
Поворачивалась, отлично. Кажется, нет, она была за любовью, поскольку сейчас у них фикс найти молодого человека. Действительно, она сейчас ищет парня активно, я знаю. И за периметром у нее неплохо складываются дела с продакшеном, с рекламой, все неплохо. Поэтому пришла она, например, скорее всего, за любовью. Впоследствии, да, это ее работа, ее родной дом. И чувствует она себя как рыба в воде, знаешь, чем она такая акула. Знает, как себя подать, как правильно вести. Поэтому одно, наверное, отложилось, но в первую очередь Сашу Черну беспокоит найти парня. Эта идея фикс до сих пор ее преследует. Насчет как рыба в воде, в этот переход я бы поспорила. Ее так нехило загасила Рахимова. И Саша ничего сделать не могла, кроме как уйти с проекта. Слушай, ну Элина Рахимова, да, достаточно такой крупный игрок. Она действительно акула, она уже второй год, я знаю, на Доме 2. И, конечно же, вот ее опыт, она постоянно там находится, и ее очень тяжело победить. Лина Рахимова не победила просто. Звучишь, как ее фанат. Я фанат вообще Рахимовой 100%. Как и она мой фанат. Я знаю, что она слушает все мои песни. Я знаю, что она следит за моими соцсетями через фейка. Поэтому Лина Рахимова, я думаю, что и сейчас прямой эфир, она смотрит сюда. Ну тогда давай поздороваемся. Здравствуй, Лина Рахимова. Привет, заходи к нам на прямой эфир. Общаемся тоже. Как ты в целом относишься к женщине с ребенком? Вот ты позвал Сашу, прекрасно понимая, что у нее есть сын. Ты готов был взять на себя ответственность? Либо это было такое что-то мимолетное по приколу ради развлечения? Я к детям очень хорошо отношусь и к чужим детям. Действительно, мы со Стефаном поймали какой-то общий коннект. Он похож на меня, хотя мы с Черной не виделись. Я честно вам хочу сказать, что мы с ней не виделись до этого момента. Поэтому не может быть, что Стефан мой сын, ни в коем случае. Очень классный, малой, типа, я очень люблю детей. И я спокойно, мне кажется, приму женщину с ребенком, если действительно я ее полюблю. Я рос с отчимом, то есть, ну как, я вырос с отцом, у нас прекрасные с ним отношения. Ну там, с 14 лет я рос с отчимом, конечно, это было не совсем по кайфу. Я там постоянно маму ревновал, и не очень крутые эмоции, но тем не менее, мне кажется, что я с легкостью приму женщину с ребенком, и ничего в этом такого плохого не вижу. Слушай, насчет того, что ты похож со Стефаном, трешак – это не ТВ-3 и не РЕН-ТВ, мы в это не верим, что Стефан твой сын, а во всем остальном очень грамотные мысли. Видишь, у тебя преимущество такое, ну, если это можно назвать преимуществом, ты сам знал, как это, ну, каково это, когда рядом с тобой… Ну, не родной отец там с какого-то времени. Но ты себя переборол, смог принять это, и это очень здорово. Значит, у тебя в головушке все в порядке. Я это принял. Стал портить маме жизнь. Я это принял очень поздно, потому что в 16 лет, там, 18, в 17 лет у меня было вообще другое состояние. Конечно, были и драки, и у меня очень скверный взрывной характер. И вот детскую комнату милиции постоянно звали, там, и его, маму. И, конечно, я маме принес очень много хлопот, поскольку у меня такой буйный хулиганский характер. Отчасти это мой образ, отчасти нет. Это моя вторая темная сторона. И вот я, наверное, осознал после только 20 лет, наверное, принял всю эту ситуацию. Нормально к ней. Ну, ты же нашел в себе силы, чтобы поговорить и обсудить это с родителями? Да, конечно, я к Саше очень хорошо отношусь, и до сих пор я могу спросить, позвонить какой-то совет, до сих пор я могу приехать к ним в любое время, и они меня примут, и я их приму всегда, поэтому все хорошо. Слава Богу, что... Ты молодец, Диман, ты молодец. Спасибо. Ты на данный момент чем занимаешься? На данный момент... Какие цели поставил? Туда-сюда, короче, снимаю рэпчик, стараюсь там как бы появляться на многих там мероприятиях, стараюсь там вести социальные сети. Вот сейчас отсняли промо к нашему клипу, да, там с Игорем Григорьевым, с Калемом. Вот еду с Андрюшей, сейчас он за рулем, бывший участник тоже Дома 2. Поэтому... Здравствуй, Андрюша, заходи. Привет. Стараюсь двигаться, стараюсь быть на одной волне. И вот сейчас недавно была тусовка, кстати, у Анастасии Ивлеевой. Мы в прошлом с ней были знакомы. Я участвовал в шоу «Сердце Ивлеевой», но так и не доехал после тусовки с Сашей Черно. Так и не набрался. Девушки опасные, все-таки не доехал к ней на тусовку, хотя нужно было поддержать ее. Вот сейчас у нее непростое время, поэтому нужно поддерживать друг друга в любой ситуации. Ну да, водолазка сама себя не наденет. Кстати, многие тебя узнали, как раз не пошел у Ивлеевой, а по Дому 2. Вообще удивительно, как ты так решился туда прийти? Просто спонтанно тебя позвали кастинг-менеджеры или ты сам? Если я не ошибаюсь,
Да, вот я был уже на многих других шоу, и на телеканале «Пятница», и на боях различных, участвовал на «Дом-2», долго меня не брали, почему-то им не нравилась моя видеовизитка, и у нас уже эта история с «Домом-2» тянулась там на протяжении полугода, то берем, то не берем, то берем, то не берем, и как раз-таки после «Выживалити», я не знаю, то ли там Меньшиков замолвил слово, в чем я сомневаюсь, то ли еще что, то с Алексеем, с бывшим редактором, там, который работает сейчас на «Пятнице», хорошо пообщались, возможно, кто-то замолвил слово, мне написали в социальный инстаграм, о том, что не хотел бы ты снова попробовать там принять участие. Я скинул финальную видеовизитку, и меня взяли. А как бы с «Домом 2» я давно хотел попробовать себя в этом амплуа, давно хотел пойти на это шоу. И вот пришел час X, мне написали, и все сошлось, и я зашел на проект. Мне кажется, что, вот честно, не буду лукавить, «Дом 2» — мое любимое реалити, в котором действительно они меня раскрыли не как какого-то фрика, а как парня достойного, и хорошие мои стороны осветили, и плохие. Поэтому «Дому 2» я благодарен. Это действительно реалити, в котором я чувствовал себя комфортно. То есть какое-то время прям чувствовал себя замечательно. Слушай, в рамках проекта сложно было понять, в каких моментах ты был с собой, в каких делал шоу. Так как шоумен, конечно, нормальный, вот себе так можно сказать. Симпатия к Илине была частью шоу, или ты все-таки, как это правильно сказать, на этом ли все загоралось, понимаешь? Позднее, после того, как ты приютил ее, позже вы заселились, ты дальше играл? Или был с собой? Слушай, когда ты уже понял на все ее поведение, то, что она исполняла, я помню какие-то моменты, ты терпел от нее такие выходки, продолжая говорить о том, что Ирина Рахимова – это вот то, что мне нужно, то, что я хочу. Слушай, да, действительно, я вот к Илинке Рахимовой как раз не по-шоуменски как-то отнесся, и действительно у меня загорелось к ней. Возможно, после интима бы, у нас не было интима с ней, я говорю об этом открыто, возможно, после интима бы вот эта симпатия к ней, она бы пропала. Возможно, я хотел, знаешь, я очень люблю подруг, девушек, подруг своих девушек, Саша Черно, но являлась на какой-то момент моей девушкой, конечно, вот страсти, я люблю устраивать в жизни любовные треугольники, и, возможно, вот это вот сексуальное желание, да, оно было к ней 100%, но после секса могло все перегореть. Мне действительно было не скучно, я чувствовал ее харизму, мне нравилось с ней общаться, с ней где-то весело, где-то могли потанцевать, где-то снять какое-то прикольное видео, мне это нравилось. Вот после того, как я приезжал за грани проекта, за периметр, как-то не настолько была симпатия. Как только мы в периметре оказывались, вот мне она действительно нравилась. Возможно, не было каких-то великих чувств любви, но симпатия откровенно была, и желание возжелать Илину Рахимову было на 100%. Слушай, ну и нужно же учитывать, что на безрыбье и рак рыба. Там не особо девушки были прекрасные на тот момент. Ты хочешь сказать, что на безрыбье Илина Рахимова рыба, что ли? Могу и так сказать, да. Ну не буду это говорить все-таки. Ну не было таких зажигалочек, понимаешь? Вот она есть, я ничего плохого о ней прям тотального сказать не могу. Лицемерие присутствует, да. Присутствуют двойные стандарты. Там, где других подмечаешь, тут же палишься через неделю, целуясь с кем-то посторонним. Понимаешь, есть это в ней. Этого не отнять. Просто это нужно принять и сообщить, а не так, что я золотая антилопа, а все кругом говно и проститутки, извините за выражение. 100%. Ее не любят только за лицемерие, понимаешь? Во всем... А, ну и за крики. Крики у нее ужасные. Во всем остальном она обычная девчонка. Да, я согласен с тобой. Вряд ли бы я смог с такой девушкой, наверное, в долгую, да, строить какие-либо отношения. Во-первых, скверный характер. Во-вторых, по-любому лицемерие оно присутствует в ней, поскольку вот, ну, как бы вещи, она непозволительные, там, да, которые за других осуждает, а сама позволяет поцелуй, да, там, без камер, да, там. Да. И неизвестно, вот это... что там было помимо этих поцелуев. Мы не будем развивать эту тему. Я не знаю, что... Ирина, свяжись с админами, давай выйдем в прямой эфир. Да, я хотела узнать, вот ты говоришь, с Ириной ничего не было в плане интима. Скажи честно, Шулочки нашей, перепал кусочек Димана-то? Честно, не было, Сашенька, у нас тоже ничего. Возможно, у меня не хватило чувств, возможно, ну и как бы, понимаешь, я мог, мне кажется, и заняться интимом с Александрой, но я понимал, что это Саша непростая девчонка, с которой можно там поматросить и бросить. Она вот достойная в моих глазах всегда была, ею остается, хотя она на меня сейчас обиделась после этой тусовки, что я там наснимал каких-то кружков, которые, конечно, не должен был снимать. Готов вот перед ней, перед Аленкой извиниться за все эти кружки, если где-то задел девчонок. А Саша Черно, ну, возможно, как бы не хотел тоже
взаимоотношения этим интимом, и не хотел как-то ее ставить, знаешь, на пьедестал легкодоступной девчонки. То есть Саша Черно у нас что-то даже больше, чем отношения были. Я считаю, что у нас взаимоуважение определенное было. Я считаю, что много добра она мне сделала. Во многом я ее защищал. Сейчас Сашка не общается. Вот хочу, пользуясь случаем, передать ей свои извинения. Также Алене Рапунцель за то, что, может быть, я что-то не того наснимал. Девчонки, извините меня. Вот. Надеюсь, что Сашка будет в дальнейшем со мной нормально общаться в дружеском ключе. Слушай, ну они же видели, что ты снимаешь. Ну, серьезно, да. Могли бы попросить? Давай так, говорить откровенно. У него что не туса, то дичь. Отбирай телефоны у друзей, Саша. Клади их в сейф и идите гуляйте. Слушай, ну я не должен был тоже так делать. Во-первых, нужно было меня предупредить, что не нужно снимать. Во-вторых, ничего компрометирующего. Никто там... Все верно. Ничего все такого нет. Говоришь. Достаточно было предупредить, сказать, Дим, не снимай нас, пожалуйста, ни меня, ни Алену. Все, вопрос был бы закрыт. 100%. Ей нужна эта драма, она человек такой, ей необходимо цепляться за что-то. Ей нужен либо конфликт, либо какие-то чувства, либо разочарование. В этом вся натура Саши. Опять же, к ней нет плохого отношения, ну, во всяком случае, с моей стороны, нет прям какого-то активного хейта или негатива. Просто она тоже себе противоречит. Сашка очень творческий человек, да, такой. Она хочет жить ту жизнь, которую она описывает. Но она не делает ровным счетом ничего для того, чтобы так жить. Слушай, ну она делает, не могу сказать, что она ничего не делает, она делает, она приступает к попыткам, просто иногда она хочет выстроить образ какой-то другой немножко, ей просто нужно быть собой, за это мы все и любим Сашу Черно, за то, что вот она такая, может где-то погулять, где-то выпить, где-то там добрым словом... Никто же бы за это не осуждал, понимаешь? Сейчас большинство негатива и хейта, который льется, не хотелось бы это обсуждать, но тем не менее озвучу, это из-за той игры, которую она рекламирует, обманывая людей. Ну... Давай на этом закроем тему, не будем дальше развивать касаемо игр и прочего. Но Саше нужно просто подумать головой. Ей не нужно обижаться на всех подряд. Нужно остановиться, выдохнуть и подумать, что она сделала не так. Почему так все происходит. Я думаю, что у нее в будущем все будет замечательно, если она возьмется за голову и какие-то свои способности, свой потенциал не будет растрачивать на глупости, а будет заниматься тем, чем она хороша. Да, я тоже считаю, что у Сашки очень большой потенциал. Я считаю, что она очень талантливый человек, и как блогер состоялась. В целом, в ней есть коммерческая жилка. Все у Сашки будет хорошо, поэтому желаем ей только удачи. Надеюсь, что она будет со мной общаться и не будет делать скоропостижных выводов. Я думаю, она оттает. Слишком она к тебе прикипела, Диман. Слишком много в голове ее места ты занимаешь. Самое главное, что Саша... Ты скажи нас, порадуй, нет ли желания вернуться на проект? Слушай, было такое желание в моменте, да, изначально меня Антон позвал после радиоинтервью, я что-то не пошел. Есть желание, но хочется, чтобы прям девчонке очень сильно загорелось, и хочется, чтобы прийти уже действительно строить любовь, да, не заниматься такой фигней, какие-то угары. Хочется действительно, чтобы зацепила девчонка, прийти, покорить ее, показать другие свои стороны, показать то, что хулиган может любить, то, что он может быть покорным, и вот хочу пока что увидеть в какой-то из девушек вот именно фонтан эмоций, пока что не ощущаю, как только вот что-нибудь обязательно постараюсь прийти. А те девочки, то, что сейчас, на мой взгляд, творческая Саша тебе бы очень подошла, такая милая, нежная малышка. Прикольная малышка, наблюдал над ней, чем-то она схожесть имеет там с одной блогершей популярной, вот, Саша крутая, Катя Квашникова тоже интересная, есть интересные девушки, но хочется вот лично больше пообщаться, зайду ли я им. Вот, попробуй вытянуть их погулять, пригласи, я думаю, они тебе не откажут, не знаю про Квашникова, но Саша прям вообще, мне кажется, твой вариант, очень милая девочка, очень хорошая. А, ну, присмотреться обязательно, конечно. Хочется любви, действительно, вот сейчас такое время, что одному очень тяжело находиться в нынешних реалиях, хочется девушка, которая будет тебя понимать, которую ты будешь понимать, из которой у вас все сложится, конечно, это я иду к этому, я, возможно, кого-то и вытащу из девчонок, но пока об этом рано говорить, я хочу за периметром определенный план. Да, я пишу, сейчас у меня такой мини-альбомчик выйдет из 6 треков, поэтому вот, все слушают. Скоро ждите. И, кстати, трек с Игорем Григорьевым, который всем понравился, тоже скоро выйдет. Калим, Игорь Григорьев и я сделали тоже классную песню, поэтому все ждите. Надеюсь, вы тоже поддержите нас. Не только будете... смело обращайся к Крышаку. Тебе вряд ли откажут. Спасибо. Главное, вежливое общение, понимаешь? На чем подорвался Илюша Ибаров? На том, что начал хамить. А ты вежливо, спокойно общаешься, несмотря ни на что. Это здорово. Это
мужской поступок взрослого, адекватного человека. Что я принимаю, хорошо к хейту отношусь, то есть меня это никак не пугает, потому что еще до Дома 2 у меня было много таких и конфликтов, и таких склок, да, ситуаций, поэтому я состою из хейта, и для меня это норма, то есть меня это не пугает. Но ты же сам еще любишь поджечь вот эту вот всю историю. Да, лучше вызывать какие-то негативные эмоции, чем не вызывать эмоции вообще. Мне абсолютно не нравятся люди, которые прям, ну, ты на них смотришь, и они ничего не вызывают. Лучше уж вызывать где-то негативные эмоции, чем просто вот быть таким обычным человеком, так сказать. Ты сейчас следишь за Домом 2? Слушай, я слежу в трешаке, я не смотрю полные эфиры, но вот у вас в паблике постоянно слежу. И всегда следил, даже свои с собой эфиры особо не смотрел. Смотрел вот трешак, и вся важная информация есть у вас, поэтому слежу там за всеми. Это здорово, здорово. Девочки стараются, и нарезки, и новости, и все самое интересное делают. За это я обожаю трешак. Нигде больше. Ни эфиры не смотрю, ничего не делаю, только здесь обитаю. А Шура совсем с тобой не хочет общаться? Она тебя заблокировала или что такое? Может, позовем ее? Слушай, ну она вряд ли придет. Решила просто не общаться со мной. Не сошлись наши характеры, да, вот разошлись мы как в море. И меняет сейчас полностью окружение. То есть мы с ней сегодня переписывались, но ни к чему не пришли. То есть Сашка говорит, все, я там нажимаю на блок, номер не абонент, не алло. Ну, я думаю, да, это нормально будет. Я надеюсь на это. Да все будет хорошо, она же долго не может злиться. У нее что с Элиной, эти разрывы отношений, потом снова дружба. Она из крайности в крайности любит. Честно, я там такого не слил, я считаю, на этой тусовке. Ну, какие-то кружки были, но все мы веселились. Ну, я извиняюсь. Да, ну просто отдохнули девчонки, бывает всякое. Я говорю еще раз, ей достаточно было тебя предупредить. И все было бы так, как нужно. Еще раз извиняюсь. Даша, перед Аленкой, девчонки, блин, я прошу тоже трешак, прошу вашу аудиторию сильно их не осуждать. Я знаю, что Алена вообще долгое время там не выпивала, очень долго там чуть-чуть позволили себе расслабиться. И действительно, я подсветил эту ситуацию, но невольно я это сделал. Еще раз, пользуясь случаем, приношу девчонкам извинения. И прошу аудиторию не нападать на них. Лучше нападайте на меня, а девчонок оставьте в покое. Все мы имеем право на ошибку, все мы можем где-то выпить, киньте в меня камень, если кто-то находится без греха. Вот лучше ваши камни пусть превратятся в замок, и все будет зашибись. У вас, у Черной, и у Аленки, у нас, и у Рахимовой. Короче, ни на кого зла не держусь, не держу, и не хочу, чтобы кто-то на меня питал негативные чувства. Диман, привет. Привет. Черно в эфире, твои извинения услышаны. Так что я думаю, что она приняла твои извинения. Вот, мы позже она отпишется, Саша. Саш, подключись к нам. Не теряйся. Давай пообщаемся. Пока Саша думает, подключаться нет. Хотела, Дим, тебе задать вопрос. Как тебе новенькие участницы проекта? Ты, наверное, следишь за пабликом? Может, кого-то ты бы выделил из них? Слушай, кто-то тебе симпатичен? Катя Квашникова нравится, неплохая. Катя Квашникова. Да, Андрей сейчас не ударит. Катя неплохая. Нет, Квашникова. Ни в коем случае. Вот эта Настя новенькая, ничего такая, тоже интересно. Вот две девчонки, которых могу выделить, но больше о Кате знаю, о Насте почти что ничего не знаю. Я знаю, что классный... она пародии делает, да? Это она пародии делала? Я не знаю. Короче, кто-то из девчонок делает классные пародии на Элину Рахиму. Это Саша делает. Саша, спасибо тебе за пародию на Элину. Лучше, чем ты, никто ее не спародировал. Мне это безумно артистично, красиво, все подметило, все ее стороны взяла. Очень крутая пародия. Ну, наверное, двух девчонок я могу выделить. Димочка, на данный момент. Ты говоришь, что я тебя ударю? Наоборот, за счастье и Катюшина, и твое, если у вас все получится, буду только рад. Видите, какой хороший бывший? Ну, замечательно. И с бывшим отношения налажены. И с Катюхой, я не знаю, у них, возможно, какие-то мутки сейчас с Игорем Григорьевым, честно, не могу сказать. Но Катя, да, действительно симпатичная девчонка, могу выделить ее. А что ты думаешь о возвращении Ильи Ебарова на проект? Как ты думаешь, стоило ему возвращаться или его история давно закончена? Я знаю Илью Ебарова, я знаю лично, с ним даже созваниваемся. Я, блин, у него бешеная харизма, прекрасное чувство юмора. Да, он старый, 40 лет, но почему бы и нет, как говорится. Я считаю, что это прям крутой игрок. Крутой просто чел, который сделает контент, сделает движуху, покажет еще какую-то историю свою. Очень интересный, очень харизматичный мужик взрослый, блин, мне будет интересно за ним наблюдать. Я как бы его историю не особо знаю на проекте, но вот, как бы сказать, харизма, даже вот через телефон общаясь с ним, да, когда мы с Ваней Барзиковым были, вот он теплые слова обо мне говорил, я также теплые слова скажу о нем, ничего плохого не могу сказать.
интересное появление интересного чувака. Вот все, что могу сказать. Угу. Еще вот несколько вопросов от подписчиков, которые в трешаке оставили девочки. Ну, такие некоторые провокационные. Вот, был ли у тебя интим с Элиной и Сашей? Не было у меня интима ни с Элиной, ни с Сашей. Ни с Элиной, ни с Сашей, да? К сожалению, не было, да. Угу. Вопрос еще. Хотел бы ты полностью закрыть общение с Черном? Нет, я до сих пор не хочу. Это она хочет со мной общение закрыть, я нет. Я хочу общаться с ней в дружеском ключе. Мне нравится с ней тусить, мне нравится с ней проводить время. Где-то я могу с ней за советом обратиться. Я не хочу. Это Саша не хочет общаться со мной. Саш, может, тебе есть что сказать? Нет? Саша нас слушает. Может, сейчас включит микрофон? Ну, говорит, наверное, да. Приходи, нет. Саш. Ну, серьезно, давайте уладим все. Саш, в натуре, давай конфликтик уладим, Саш. Ну, ты чего? Трешак объединяет. Ну, Сашенька. Ну, Саша пока не растаяла. Будем Саша, ждать. Саша, дословно сегодня. Да. А ты будешь говорить о Кате Квашниковой? Дим, еще вопрос от подписчиков. Была ли на проекте девушка, которой ты реально испытывал симпатию, но не говорил об этом, так как понимал, что там без шансов? Была ли такая девушка? Ну, слушай, я, чтобы я и не говорил, девчонки, действительно, я все говорю открыто всегда. У меня нет такого, что я держу что-то в себе, у меня... Язык просто как пулемет, как автомат. Все мои симпатии я всегда говорил. Вот не было скрытой любви, как Хельга Арнольд, там не было такого. К Линке была, я говорил, что была. К Сашке была, я говорил. К Даше Полторашке была, говорил. К Березке была, я говорил. Все, всегда всем все говорил. Поэтому не было скрытой симпатии точно. Положа руку на сердце, говорю вам честно. А как сейчас на личном фронте встретил свою малышку? Девочки интересуются. Честно, девчонки... Я разбалован очень сильно женским вниманием. В последнее время с помощью социальных сетей, с помощью, да, всего остального, вот «Дома-2» и всех этих шоу, которые выходят, как-то легко мне, ну, я, конечно, плохо сейчас скажу, но как-то легко мне девушки достаются, я не буду лукавить. И я очень сильно разбалован этим женским вниманием. Действительно, сейчас даже у Андрея прибавилось женское внимание, я знаю. И тяжело найти ту самую единственную, но я мечтаю ее найти. Если девушка зацепит меня безумно, то, конечно, я буду строить отношения. Пока что я свободен. Девушки, у вас есть шанс, пишите, у вас есть мои социальные сети, я уверен. Хулиган Диман, пишите мне, я открыт для общения. Так что, девочки, бомбите личку Диме. Как жизнь после проекта, Дим? Узнают ли тебя на улице? Вообще, очень много девочек узнают, очень много взрослых женщин узнают. Блин, кайф. И все говорят, возвращайся. Особенно в Химках, типа, я у себя просто чувствую себя каким-то королем. Подходят взрослые женщины, вот неоднократно, и прям говорят, возвращайся на проект, там советуют мне жениться. Одна там советовала, говорит, женись на Элине Рахимовой, потом говорит, нет, мы передумали на Кате Гориной. В общем, дают советы. Мне приятно безумно, когда подходят на улице, я всегда на позитиве, всегда со всеми фоткаюсь, и типа, действительно, проект прибавил мне какой-то известности локальной, прибавил мне женского внимания, поэтому от проекта только плюсы. А как ты считаешь, больше у тебя медийности стало после с Ивлеевой проекта или после «Дома-2»? Слушай, в моменте, тогда, когда вот вышла первая серия «Сердце» Ивлеевой, действительно, она зашкаливала. Я был в Турции тогда, даже не в России, и даже там подходили люди, и даже там люди фоткались. То есть оно в моменте дало, ну, большую медийку в «Сердце» Ивлеевой, но она недолго, так сказать, недолго она играла. Там где-то год-полтора меня узнавали, потом как бы уже все забыли про «Сердце» Ивлеевой, там еще у Насти неприятная ситуация сложилась. Я считаю, что «Дом-2» дал гораздо больше медийки, гораздо больше подписчиков, потому что «Дом-2» меня раскрыл по-другому. На «Сердце» Ивлеевой они как бы смонтировали всю мою фриковую часть, сделали из меня прям фрика, какого-то фрика, а на «Доме-2» все-таки раскрыли меня по-другому. Большое спасибо редакторам, большое спасибо как бы руководству «Дома-2» за то, что все-таки раскрыли меня как человека, мои человеческие стороны. Поэтому, наверное, с «Дома-2» был больше всего буста. Очень жаль, сказать, что ты выживали, тебе так рано вышел. Прости, что перебила тебя. Угу. Все из-за того, что я столкнулся с женщиной, опять девушки меня погубили, потому что я там с Аней строил коалицию, с Дашкой там строил коалицию. И, конечно же, это меня и погубило. Наверное, мне нужно было двигаться одному, мне не нужно было идти на поводу у девушек, опять девчонки, блин, все портят. И вот вышел так. Хотя я был сильный игрок, я считаю, что я сильный персонаж сам по себе, мог пройти гораздо дальше. Я считаю, что... Да, мог. Ярким участником. Я считаю, что как-то прошли в дальнейшем более тусклые люди, я бы зажег гораздо ярче. Внешним параметрам, по всем остальным, я был лучше, честно могу сказать. И все-таки телеканал «Пятница», она вот всегда меня... Как бы они дали мне тоже большой буст, я им очень сильно благодарен, но всегда меня как-то рано выбрасывают, хотя я достоин большего, я считаю.
А если будет второй сезон «Выживальца», ты пойдешь пробоваться? Если позовут, пойду. Вот меня всегда на пятницу зовут в социальной сети. Через кастинги никогда туда не попадал. И не знаю, смогу ли попасть. Если сами позовут, то приду обязательно. Мне интересно. Это будет здорово. Я приду в форму, в хорошую, спортивную. И как бы отставим все вот эти алкогольные дела и так далее. Я буду готовиться. Поэтому я люблю пятницу, люблю этот телеканал. И обязательно приду, если позовут, конечно же. Мы будем еще смотреть. Девушка интересуется, как у тебя рождается текст песни? Чем вдохновляешься и как долго пишешь? Вообще быстро пишу. Смотри, у меня так происходит. Это меня осеняет, да, вот осенило, либо какая-то девушка мне понравилась. Мы можем даже с ней особо не общаться. Два сообщения там, да, в социальной сети. Она мне понравилась, и тут у меня играет бит, и тут же текст. Я пишу быстро текст, максимум там трачу на него полчаса-час, я пишу основу, да. И потом, если как просыпаюсь на следующий день, если она нормально звучит, эта основа, то я стараюсь дописывать и дополнять какие-то панчи, метафоры. Ну, то есть я могу не писать месяц-два, а потом за пару дней там написать 3-4 трека, короче. Как-то так сейчас у меня это работает. Очень сильно выгораешь, потому что там не зовут на выступление, хочется это все коммерчески как-то монетизировать, и чтобы с этого уже денег шло побольше. Очень мало сейчас все идет. Но, тем не менее, я верю в свои песни, верю в себя. И вот быстро рождаются, и как бы вот эти вспышки я ловлю и пишу сразу же текст. Панчи, метафоры. Обожаю где-то замудрить текст, обожаю там где-то что-то смешное, комичное. В общем, люблю панчлайны, метафоры. Это самое главное в тексте для меня. Можно вопрос такой, ты чем пополняешь свой словарный запас? Много ли ты читаешь для того, чтобы можно было теми же панчами и метафорами дополнять свои треки? Слушай, в детстве очень много читал древней мифической греческой литературы, исторической литературы, то есть древнюю историю, история там от Александра Македонского до Киевской Руси, феодальной я очень плохо знаю даты, но мне очень нравилась, знаешь, суть вот этих сражений, потому что в детстве я представлял, как я в доспехах, там, либо римский легионер, либо македонец, очень любил русскую классику, литературу, читал Булгакова очень много, там, Лермонтова «Войну и мир», там, всю прочитал, я не знаю, дети у нас не читали в школе, я все читал, все это изучал, мне было интересно. Сейчас очень стыдно, очень мало читаю. Последнюю книгу, которую я пытаюсь дочитать, «12 шагов к Голливуду. Как стать актером». Вот, мне очень, ну, как бы тоже в этой амплуа хотел себя попробовать. И, как бы, ну, много литературы раньше читал, сейчас читаю меньше гораздо. В основном это русские классики, чем я вдохновлялся и вдохновляюсь по сей день, и старой базы знаний, которые у меня присутствуют в голове. Что бы ты мог посоветовать своим подписчикам? Вот книгу, которая сможет либо перевернуть их мир, либо что-то вставить в голове на место. Слушай, что произвело на тебя самое большое впечатление? Давай вот так вот. Такое произведение. Читать как от инстателочки какой-то мастер и Маргарита, камон, это самое, наверное... Саша поддержит тебя, я уверена. Наверное, глупо. Ну, я действительно, у нас была очень классная учительница по литературе Людмила Владимировна Кривошлыкова. Если вы это смотрите, спасибо вам за все. Мы действительно разбирали произведение с карандашиком. Мы выписывали даже, то есть там же отсылки к Фаусту идут в этом произведении, да, то есть и Булгаков литератором вдохновлялся. Там очень много отсылок к Данте, да, к этому пуделю. Была трость с пуделем, то есть она с символикой дьявола всегда была. И вот мне нравилась эта мистика, мне нравилась вот эта вот Ганоций, это как параллели со Сталиным, где он Воланда сравнивал со Сталином. Очень глубокое произведение, очень много инстателочек, которые хвастаются знанием там и хвастаются то, что им нравится «Мастер и Маргарита», хотя понятия о нем не имеют. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — это те произведения, которые перевернули мою... Это Гарри Поттер, камон, очень нравится. Фауст, мне нравится Данте, «Семь кругов ада». Вот фантастика, она всегда переворачивала мою жизнь, всегда. Вот я рыба, я такой человек, который все время фантазирует, надумывает. И вот, наверное, эти произведения... Гарри Поттер, камон, я 7 книг прочел еще в детстве. Я всегда думал, что в 11 лет меня заберет Хагрид, и я стану волшебником. Так этого не случилось, попал на Дом 2. Ну, короче, я очень много... Почти волшебный мир. Да, почти. Попал куда надо. Да, 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 и, блин, всегда мне нравились фантастические произведения, вот пока что все, что первое пришло мне, наверное, это Гарри Поттер. Тут же по горячим следам. Ты сказал, что ты рыба, что ты такой человек. Ты веришь в астрологию, веришь в гороскопы? Не верю я особо. Я верю, знаешь, во что? Я верю в то, что вот как бы присущие, как же объяснить, присущие характеристики, там, например, рыбы, то есть они такие творческие, ветреные, балаболят, очень много врут, и типа... Есть вот то, что, вот, знаешь, описывающие знаки, да, какие-то вот эти, как сказать, не формулы, а вот... Характеристики. Да, прошу прощения. Характеристика, которая описывает знаки, я в это верю отчасти. То, что скорпионы такие, рыбы такие, раки такие. Но я не особо в этом осведомлен, я в астрологии не разбираюсь и в это не хочу погружаться.
Но в целом-то это только по описанию. По описанию так, верю. Глубже копать. Это сложно, реально. Я не особо. Все, поняла. Зара, подключайся, продолжай. Угу. Да, продолжим еще вопросы наших подписчиков. Такой провокационный вопрос сейчас будет. Веришь ли ты в дружбу между мужчиной и женщиной, где женщина тебя хочет оседлать, а ты не готов? Бля, такой интересный вопрос. А кто? Знаете, да? Никто не обещал, что будет просто. Блин, я реально не могу сказать то, что верю прям между, в дружбу между мужчиной и женщиной, если говорить на чистоту. Действительно, один человек, наверное, хочет другого человека, имеет сексуальный подтекст, поэтому это очень тяжело представить. Наверное, если бы у моей девушки были бы друзья-парни, я бы с этим не смирился. У меня уже были ситуации, где там девчонка говорила, что они только дружат, я там безумно влюблялся, потом напарывался на вот эти шипы, всегда советовался со старшими товарищами, и они мне всегда учили тому, что дружба между мужчиной и женщиной не существует. Я считаю, что один все равно равно другого хочет, да. Но ты же дружишь с девочками. Ну, я дружу, ну, как сказать. И кто из вас друг друга хочет? Расскажи, пожалуйста. Я не знаю, я дружу. Вот, на самом деле, у меня даже парней, друзей очень мало сейчас. Ты попал в капкан, Диман, давай все выкладывай. Слушай, ну я считаю, что все равно дружба не существует. Ты один, кто-то кого-то хочет по-любому, вот так он. А остальное останется загадкой, я так понимаю. Остальное загадка, да. Каждый сделает свои выводы, да? Да, каждый. Диман, еще вопрос. Готов ли ты ради денег и хайпа закрутить роман с девушкой, которая тебя не сильно привлекает? Тоже такой не готов. Провокационный. Я знаю, что у меня было много хайповых девушек, но во всех них я находил очень положительные качества и ради хайпа и денег, но не готов, потому что эта история недолговечная, то есть ты можешь день-два притвориться ради хайпа и денег, но потом-то что? То есть и к Саше Черной, к Настюшке Опасности Ивлеевой у меня были реальные чувства, действительно, девушки мне нравились, и каждая нравилась чем-то своим. Например, Настя нравилась там своей внешностью, своей харизмой, умом. Уму, она очень умная девчонка. Может, у нее образ такой глупенькой девочки, Настюшке Опасность, но в душе она все-таки очень умная. Саша Черно, также у нее масса положительных качеств, за что она может нравиться, и за что ради хайпа и денег точно не готов на это платить. Да, привет. Здорово. А чем ты сейчас занимаешься? В какой сфере ты себя видишь вообще? Я сейчас занимаюсь, да я вообще творчеством занимаюсь в последнее время, ну, в сфере, возможно, каких-то продаж, вот, возможно, я сейчас буду искать какую-то работу, хочется, конечно, чтобы она была связана с социальными сетями, что-то, возможно, продавать в Инстаграме и так далее, то есть, ну, что-то... Ну, продавать что? Контент, рекламу? И контент, вон Игорек продает там определенную компанию, да, там... Сетевое, да? Сетевое, может быть, что-то в этом, вот, буду себя искать определенно. Угу. Еще, может быть, вы... Ага. Давай, Мария, извини, говори. Я быстро проект. Смотри, если тебе предложат то, что ты бы хотел, что, точнее, какие условия проект должен тебе предложить для того, чтобы ты вернулся? Какие бы условия вернулся? Дом 2, я могу и сейчас как бы вернуться. Я не хочу, чтобы это было просто, я пришел и ругался с той же Линой. Типа, я хочу, чтобы мне понравилось. И тут уже не от проекта зависит, тут, наверное, зависит от меня, от девушки, да, которая там будет. Возможно, мы там выйдем с кем-нибудь из девочек за периметр, пообщаемся, и я решу зайти к ним, к определенной девчонке, да. Тут нельзя говорить, что проект что-то должен мне, или я что-то проекту. Должна быть симпатия к девушке, наверное, и все. Слушай, ну ты сам сказал, что Ирина мастодонт, что с ней сложно спорить и как-то перекричать ее, переубедить. Так или иначе, она все равно будет тебя цеплять. Не будет ли это также влиять на твои отношения, как было с Дашей? Нет, ну тогда она, да, вот она вот с Березкой конкретно повлияла в негативном ключе на отношения, поскольку она меня обнадежила, влезла в нашу пару, мы с Танюшкой расстались, и как бы мне ничего предложить не смогла. То есть играла очень часто на моих чувствах. Сейчас уже нет. Мне кажется, у меня противоядие против Элины. Тем более в последние моменты, в последних эфирах я смог все-таки ее перекричать. Я мог ее как-то переспорить. Интеллектуально мог ее разделать абсолютно. Я считаю, что Элина не настолько начитана. Я считаю, что она не настолько интеллектуально развита, чтобы как бы меня разложить на данный момент. Хабальство есть определенные, определенные такие мужские качества, но интеллекта вряд ли хватит у нее. Прости. Слушай, а насчет Макса, вот последние эфиры, то, что были, ты наверняка видел нарезки, ее срыв нервный, то, как Макс за ней ушел. Что ты можешь посоветовать Максу в дальнейшем? Как он может совладать с ней? Потому что, мне кажется, она его, ну, просто не уважает как мужчину.
Слушай, тут я не настолько, знаешь, что если бы у меня были сейчас какие-то отношения с девушкой серьезные, там было двое детей, я бы мог советовать, да, с прожитых лет таких. Ну, что бы я мог советовать? Но ты имел дело с Элиной, ты представляешь, как ее можно укротить хотя бы. Хотя это лучше знает Ванечка Барзиков. Привет тебе большой. Да, Ванечке большой привет. Действительно, Максу тяжело будет с Элиной. Ну, что я могу сказать? Крепись. Пожелать Максу всего самого наилучшего, антидепрессантов побольше, больше как-то релакса какого-то. Макс, мы с тобой держим. Свечку о здравии. Свечку о здравии тебе обязательно поставим, Макс, все нормально. Действительно тяжело будет с этой девушкой укротить строптивую, да, вот такой сюжет у нас разворачивается. Удастся ли это Максу сделать? Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, Элине вообще очень тяжело будет строить отношения, поскольку больная, поломанная абсолютно. Действительно, Максу выпала тяжелая ноша на душу. Мы желаем только всего самого наилучшего. Крепись. Макс неплохой парень. Мы, кстати, с ним и с Элиной виделись на этой тусовочке. И как-то я молчал, и Макс ничего плохого как бы не говорил. То есть мы на нейтрале. Я желаю ребятам только самого лучшего. Действительно, если у них что-то он получится... Он достаточно положительный такой парень. Хороший, приятный, светлый. На мой взгляд. Спокойный, не знаю даже. Елене нужен такой ядреный, понимаешь? Чтобы просто взял за волос, сказал, так ты сидишь и не хабалишь. И вот таких она будет уважать. К ней чем хуже относишься, тем лучше, тем больше она стелится, так скажем. Как кошка. Чем больше нравимся мы ей, как говорил классик. Поэтому с Элиной это правило точно к ней подходит. Я считаю, что да, нужно не показывать ей свои чувства, нужно, чтобы она первая. Слабину, да. Чтобы она первая влюбилась в молодого человека, а уже потом, наверное, уже с ней строили отношения. Честно, я считаю, что в кринте. Я не знаю, закидайте меня камнями, но мне кажется, что у Элины Рахимовой не получится построить отношения ни в доме 2, ни за периметром. К сожалению, это факт. Кринча. Слушай, ну если ты сейчас общаешься с Игорем, если бы он допустил такой момент общения, возобновления отношений с Элиной, она бы, а, наверняка не отказалась, б, скорее всего, он бы, наверное, смог укротить. При условии, что на проекте не будет более соблазнительных девушек, как Клава, допустим. Если убрать все вот это вот соблазняющее, Элина, будет стелиться, как и стелилась ранее. Я считаю, что Игорю Григорьеву это вообще не нужно. Я считаю, что он уже повстречался, он попробовал. Действительно, это не его история. Я считаю, что он ни в коем случае не будет с ней дальше налаживать посты, дальше налаживать, строить отношения. Я думаю, что Игорю нужно нечто другое. Я считаю, что если уже ваза разбилась, если уже дала трещину, да, то уже не склеить ее никак, и это у ребят будут только остаточные чувства какие-то. Ну, короче, это не сложится. Я не даю вторых шансов на отношения. Я не считаю, что у них что-то получится. Поэтому Игорь, как своему другу, товарищу, близкому, я считаю всего самого лучшего. Поэтому Элина, это не наша история, Игорь, идем дальше. Слушай, я и Элине желаю наилучшего. Я хочу, действительно хочу, чтобы она встретила человека, с которым будет счастлива. Тогда в ее жизни начнутся перемены. Она неплохая, я уже повторялась. Да, мне просто тоже... нужно убрать несколько нюансов. Да, я тоже сейчас не хочу показаться ее хейтером. Я все-таки к Элинке неплохо отношусь. Все-таки уже прошли те остаточные чувства, за которые я мог зацепиться и как-то плохо о ней говорить. Я ей желаю всего самого лучшего. Я надеюсь, что она найдет свое счастье и полюбит искренне и уберет в себе вредные какие-то аспекты. Я думаю, все хорошо будет. Все у нее будет как нужно. Возвращайся, Зара. Сегодня будут по части провокаций. Опять провокационный вопрос от подписчиков. Правда так ли, что ты должен денег Черно, и поэтому тебе приходится с ней встречаться по первому звонку? Да не должен я денег Черно, блин. Я просто сам ей звоню и сам хочу с ней общаться. Мне действительно Саша вот как друг импонирует. Не те качества, я могу на нее положиться всегда. Могу ей совет какой-то спросить, блин. Ничего не должен никому и, блин, вообще просто хочу. Но она не хочет со мной общаться из-за того, что вот я... Ну, то есть ваши отношения дружеские, искренние? Исключительно у меня, вот с моей стороны, исключительно дружеские отношения. Я думаю, со стороны Саши уже... Ну ты уже лично извинялся перед ней или только вот сейчас? Да я лично, ты между за кружочки вот эти. Я извинялся, но я могу и да, извинялся и сегодня. Я постоянно вижу Сашу, извиняюсь. Я уже мистер I'm sorry такой, знаешь, постоянно Диман. Саша Черно научила меня. Я искренне вот считаю, если я где-то не прав, если я что-то не то подснял, Саша, еще раз извини. И ей лично могу это сказать. Ну, не должен был я, наверное, выкладывать что-то. Но, блин, вы же тоже ставите ограничения. Говорит, Диман, не снимай, когда сами лезут в кружки, как бы. Ну, и ничего такого катастрофического я не снял. Девчонки могут иногда расслабиться, выпить. Тем более, это разовая история. Тем более, Сашка давно не пила. Я знаю, что на пробежке выходит, кружки мне отправляют с беговых дорожек. Что Аленка была там, вообще в завязке не выпивала. Ну, раз девчонки встретились, отдохнули, господи, не осуждайте вы их.
Начните с себя. Каждый из вас выпивал, каждый из вас тусил, блин. Все мы не без греха, поэтому, ребят, начинаем с себя и критикуем только себя изначально. Ну да. Еще вопрос. Твое самое большое разочарование на проекте. Может, этот человек какой-то оказался твоим большим разочарованием? Прям разочарование на проекте. Наверное, за кулисье проекта. Наверное, Даша, когда вот уходила, действительно, я вот очень тяжело это все переживал, у меня слезы на глаза, Даша Полторашка, и действительно, мне было больно, мне казалось, то, что она ушла из-за меня, то, что в этом есть моя ответственность. Наверное, Даша и Элина Рахимова, вот с Элиной то, что не получилось, и давайте я вам приоткрою небольшую тайну. Одна из причин моего ухода из проекта, это была Элина Рахимова, действительно, мне тяжело было смотреть, как она зажималась другими парнями, действительно, мне как-то, ну, неприятно, это я не куколд, я не могу, я, блин, большое уважение тем, которые могут, да, после встречания с девушкой, да, после взаимоотношений с девушкой, каких бы они ни были, принимать то, что она будет там с другим парнем сидеть за соседним столом, и действительно это было для меня сложным испытанием, наверное, Элина Ирахимова повлияла на мой уход, сколько она там с Максом у них начинали отношения, вот к Андрею она симпатию испытывала, то есть говорила о ней, и мне прям резало это уши, действительно было тяжело это переживать, и вот низкий поклон тем ребятам, которые с этим спокойно справляются, мне действительно тяжело, тяжело это давалось. Ну, ты хочешь сказать, что ты был искренен, да, действительно с ней, потому что в моментами казалось, что ты тоже как бы в некой игре. Понимаешь, не тоже, я сам запутался. Дело в том, что идет профдеформация, то есть ты выезжаешь за периметр, ты приезжаешь, у тебя такое вот просто в голове вот это раздвоение, расстроение какой-то личности идет, ты уже сам не понимаешь, что действительно происходит. Но к Элине действительно искреннее было отношение, действительно, я ей плечо, ну, как по-дружески подставил, да, даже не то, что по-дружески, она что-то надеялся, она приходит на ТЭД там и говорит, так, я его как мужчину не хочу, из-за жалости с ним заселяюсь. Конечно, ее слова, блин, на сердце ножом просто. И тяжело это воспринимать. Действительно, но были реальные, думаю, чувства были реальные, типа, камон. Ну, в общем, да, я просто сомневалась в моменте, были ли у тебя чувства. Потому что сложно понять с экрана. Ну, возможно, бы, понимаешь, после интима и их бы и не стало в раз. Вот так я могу сказать. Это актуальная какая-то цель, чтобы вот Сашину подругу все-таки заиметь. Простите, блядь, за мой ужасный язык. Понятно. Кто, по-твоему, как ты думаешь, больше всех исполняет и играет в рамках проекта? Лиза Субботина, но она ушла, это моя любовь, это вообще, это что-то с чем-то. Она прям исполнительница была, эти яркие наряды, она очень эксцентрична, очень живая. Вот она исполнительница. Кеннели Сайкс. Лиза Субботина и Кеннели Сайкс. Сейчас таких участников, мне кажется, и нету. Ну, можешь ли ты себя тоже назвать таким шоуменом, который все-таки вокруг себя делал больше шоу? Да, да, безусловно. Я, Субботина, Кеннели, это больше, наверное, и про шоу, и про реальные чувства. Мы же все-таки на реалити-шоу. И действительно, если ты будешь таким скучным участником, действительно, если ты не будешь вызывать никаких эмоций, ты никому не интересен. Опять-таки. Но надо знать грань, надо знать баланс. И все равно проживали мы реальные эмоции, несмотря на то, что делали шоу. Вот Кеннели, мне кажется, не проживала абсолютно реальных эмоций, но она шоумен, прям шоумен. Ей тоже большой привет. С ней неплохо общаемся. Поэтому, наверное, Кеннели, Лиза и я. Такое трио у нас. Еще вопросы от девочек подписчиц. Стыдно было ли тебе за какой-либо поступок, возможно, какие-то слова, сказанные на проекте? Может, ты сейчас думаешь, блин, вот, ну, зря вот это я сказал или сделал? Слушай, я ни о чем о прошлом не буду жалеть. Возможно, и много о чем стыдно. Сейчас буду вспоминать. Я приверженец того, что не нужно о чем жалеть, нужно делать определенные выводы и работу над ошибками проводить. А так не могу сказать, что о чем-то я конкретно жалею. Вот было и было, ничего бы не менял, все вот как было, так бы и сделал, короче. Сейчас давай, Дим, с тобой проведем небольшой блиц. Ты выбираешь быстро один из двух вариантов ответа. Дом 2 или шоу с Ивлеевой? Дом 2. Ивлеева или Рахимова? Ивлеева. Рахимова или Черно? Черно. Деньги или деньги и слава или семья? Только деньги, честно. Слава. Деньги, деньги слава. Значит, к семье ты пока не готов. Ну, значит, да. В общем-то, тебе гулять и гулять. Ну, сейчас к нам в эфир ворвутся некоторые бывшие участники. Так. Вот, сейчас подключайтесь. Это было бы здорово, я вижу Игоря, я вижу Александра. Александра. Да. Саша Черно, пожалуйста, оттай. Мы правда хотим с тобой пообщаться. Вот, Александр Дюнин. Здравствуй, Саша. Здорово, Дим. Здравствуй, здравствуй. У меня, правда, конечно, 00:30 уже. А где ты находишься? В Хабаровске, брат. Ой-ой-ой, девушка, берегись. Я в Хабаровск к родным приехал на месяцок.
вышел на охоту, девчонки, берегите. Ну, кстати, что могу сказать? По Хабаровску прогулялся, узнают. Хабарик тебе, да? Я поехал, короче, в Комсомольск. В Комсомольске тоже узнают. Я поехал в Амурск, там тоже, прям прикинь, захожу в магазин, вот, что-то выбираю продукты, там у тети у меня в Амурске живет. Ну и, короче, подходит женщина такая, продавщица, а вы Саша? Я такой думаю про себя, ну, может быть, тетя сказала, что я приезжаю, там все дела, ну, как бы городок небольшой. Я такой, да, Саша. Я так и знала, Лиза, тварь. И все, как бы. И все просто. Вот. Поэтому нормально, у меня вон, что, уже ночь на дворе. Вот. Здравствуй, Александр. Ты же вроде бы был в Москве, почему ты именно переехал в Хабаровск? А я не переехал, у меня же здесь родня. Я просто в гости приехал к родным. У меня бабушка с дедушкой здесь. Прекрасно. Вот. Привет родным тоже большой передавай. Да, хорошо. Хорошо. Саш, сильно жизнь изменилась после проекта? Да, как в целом, так у меня была жизнь в своем потоке, так и есть. Просто немножко сначала после проекта, прям первые месяца, наверное, очень ветрено было. Вот, я просто не понимал, что происходит, и очень много мыслей запутанных было. Потом немножко собрался, собственно, закрыл все вопросы, которые там у меня были, ну и все, как бы живу дальше в своем потоке. Честно, спасибо тебе большое, что ты смог это принять, даже несмотря на какие-то ошибки, и исправить ситуацию в лучшую сторону. Мы, ну, от своего лица могу сказать, что это достойный поступок. Как бы, сколько мы с вами там и ругались, но, собственно, я сам к этому пришел, и я сам написал Лиле, вот, о том, что хочу закрыть некоторые вопросы, и, собственно, эти все вопросы закрыл. Я думаю, что вы оба согласитесь со мной, что трешак это самый, наверное, справедливый, самый адекватный из пабликов домовских. Это без лицемерия, без какого-то... Диман сомневается. Да, мне, собственно, трешак... Ну, потому что Диму псом называли. У него еще есть легенькие обиды. Ну, у Саши было жестче, по-моему. Он нас простит. Он простит нас, как Илину. Я к вам хорошо отношусь, ничего плохого, но иногда вы перегибаете чуть-чуть палку, вот прям с хейтом участников, честно, даже не в мой адрес, ну прям бывает жестковато, конечно. Так-то нормально, но бывает жестковато. Слушай, Диман, Админы стараются очень. Да-да-да, что-что-что? Диман, сейчас нас и Даша слушает, так что, может, что-то ты хочешь ей сказать? Даша была в Москве недавно, она вот хотела со мной встретиться, я не встретился. Даша, большой привет, респект, я к ней нормально отношусь, но последних событий, после того, сколько она грязи там вылила на меня в социальных сетях, там вообще и так и сяк, не могу с ней видеться, и какой-то, ну, антипатия. То есть вам не о чем говорить, да? Вообще не о чем. Вопрос закрыт. Не хотел бы ты сейчас услышать ее голос? Нет. Даша, если ты думаешь иначе, подключайся. Поплыл, Диман. Не-не-не, правда. Я говорю, ты в капкане, дружище. В одну реку пойти. Все твои бывшие здесь, Диман. Это прекрасно. Мои маленькие. Я вас люблю. Саш, какие дальше планы на жизнь? Что ты хочешь? Вот ты месяц сейчас проведешь в Хабаровске. Дальше что? Месяц проведу в Хабаровске. Собственно, мне здесь предложили работу по моей первой специальности. Я хочу месяц отработать. Там неплохо платят, поэтому, собственно, хочу месяц отработать. Далее я еду в Москву. Вот. Меня там зовут фитнес-клуб. Хочу там, в принципе, дальше работать. Вот. Как насчет хита с Диманом? А? Как насчет хита с Диманом? Хита с Диманом. А мы что-то списывались по поводу песни, вот. Но только никак собраться не могли с ним. Мы с ним списывались. Вот месяц, он, Диман, слышишь, он месяц в Хабаровске, а потом в Москву. Он как? Тогда гулял. Как? По-любому с Саньком пересечемся, что-нибудь сделаем, 100%. Вот. Димон тогда в загуле был, когда я ему писал, он такой, Сань, потом, короче, все там решил, я сейчас не могу. Бывает, бывает. Демин, ты готов к прямому эфиру с Трешаком? Тет-а-тет. Да, я же вот подготовился. Угу. Ну, хочу сказать отдельно потом какой-то эфир, если будут вопросы. Угу. Готов ли ты? Потому что у тебя сложные отношения с Трешаком. Как бы на все вопросы отвечу. Вот. Угу. Что могу сказать по части «Дома-2»? Ну, первый заход я вот переосмысливал.
из-за того, что я, в принципе, попал в ту сферу, в которой, в принципе, был в первый раз, я не знал, что, как делать, что, как говорить. Там как-то все это быстро происходило, и мне приходилось очень быстро адаптироваться. Вот. Ну, первый заход мне как-то не очень, не по себе, мне не понравился. Я пересматривал все эфиры и, собственно, проанализировал все свои ошибки и решил, что все-таки очень много этих ошибок было. Ну, самое главное, что ты что-то осознал. Ну, и сделал какие-то выводы. Это тоже важно. Ошибаться, только дурак не ошибается. Да. Саша Черно, ну ты что, может, это примешь извинения искренние? Ну, пожалуйста. Зайди хоть на минуточку, Саш. Давай попробуем. Сашуля, разобраться. Мы не будем ни хейтить, ничего, никто не будет. Ну, мы не дадим тебя в обиду. Мы обещаем. Просто зайди к нам. Я думаю, Сашка. Мы же видим, что ты с нами. Не зайдет. Видишь, Дима страдает. Он очень Дима, переживает. Дима, пусти за ваши слезу. Ссоры. Ну. Вот, дать спасибо. Его кто-нибудь, чтобы он заплакал. Андрей там рядом. Постарался бы хоть. Саш, давай. Давай Димон, твое сердечко растает. Ты же возвращаешь своих хейтеров в чат. Вот и ему дай шанс. Он заслуживает. Что покушаем? Андрей уже кушать хочет. Андрей кушает 5 раз в день. Слушайте, может быть, Игорь подключится к нам. Я вижу, он тоже здесь. А Дарёха, нет желания? Или есть какие-то ограничения у проекта не общаться с Рыжаком? Может, есть определенные все равно ограничения. О, скорее всего, вряд ли Рыжок. Но мы же не будем тайны никакие выведывать. Мы просто пообщаемся, узнаем, какие у него планы, что он думает сейчас. Хочет ли он вернуть отношения с Клавой, например? Я думаю, что это все на канале Волка. Если да. Честно, мне кажется, что Игорь сейчас живет свою лучшую жизнь. Он отстрелялся, так скажем, он много, как и терпел, так и поступил столько раз глупо и необдуманно. И сейчас просто живет для себя. У него прекрасная бабушка, я с ней вела прямой эфир, замечательная женщина. Я думаю, что она тоже довольна исходом событий. Ну что, ребята, Димана в особенности, спасибо за прямой эфир. Очень спасибо. Был крутой, да. Веселый. Огромное было здорово спасибо, с тобой отлично. Общаться. Я думаю, Марина тоже сейчас скажет добрые слова. Спасибо вам большое. Огромное спасибо, Димон. Очень приятно было пообщаться. Ты, ну, то впечатление, которое ты оставил себе на Доме 2 и то, какое сейчас, это совершенно два разных впечатления. Успехов у тебя в творчестве. Спасибо, обращайся, девочки. Страшак, я думаю, девочки не откажут тебе в рекламе твоих композиций. Удачи в твоем творчестве. Пусть все намеченные планы будут исполнены. С тобой, да, Саша, мы пообщаемся позже. Приятно было с вами сегодня. Только быть. Сильно не убивайте меня, я тут перекрещусь. Нет, все будет по-доброму, видишь? Диман вот прекрасно себя чувствует. Ну, у Димана немножко другая история. Нет, не переживай, если вопрос закрыт, никто не будет поднимать этот вопрос. Да мы нет. Мы порядочные люди. Если вопрос будет не совсем удобен мне, я не стану на него отвечать, да и все. Ну, тогда, ну, это нормальная история. Мы точно так же с Сергой общались, с Илюхой общались. Если вопрос не подходит, ты просто можешь его проигнорировать. Но и мы не будем агрессировать как-то. Мы же тоже любой фильтруем, день, что-то говорим. Но только по времени, конечно, нужно будет немножко учитывать. Пораньше? У меня плюс 7 часов. Ну смысле, вот, давай мы можем, наверное, в выходные дни и в 10 начать. Обсудишь ты с Лилей все. Она у нас владыка. Да, поэтому хорошо. Поэтому ты все разберешься. Хорошо. Все, спасибо вам большое, ребята. Всем очень спасибо. Приятно было пообщаться. Всем пока. Давай, Димон, на связи. Саша, дай ему шанс. Я Черно говорю. One shot. Дай ему шанс. Напоследок. Шанс. Саша на своем. Всего доброго. Все, пока-пока.